Михримах. Что, Исмахан? Похоже, мой визит для тебя сюрприз. Конечно. Но приехала ты вовремя. Тебе нравится мое платье? Что скажешь? Твоя идея с письмом. Это ты подбросила его девушке. Как горько быть отвергнутой. Раньше знала я одна, а теперь все узнали. Весь гарем это обсуждает. Словно улей гудит. Это правда, что все узнали. Но ты кое о чем забыла, Исмахан. Это про тебя и Молкачуглу ходили разные слухи. Девушки думают, госпожа, что письмо адресовано тебе. Не хочу вас огорчить, я смогла их в этом убедить. Однако то, что было написано в письме, якобы от моего лица отражает истину. Уповаю на вашу снисходительность. Как к вам попало письмо, Исмахан? Я об этом не знаю, госпожа. Пусть приготовит мою карету, я еду к ней. Что же до вас? Вы не смеете обсуждать личные дела, Исмахан Султан. Ну что, ты этого не ожидала? Много ума не надо, чтобы решиться затеять подобные глупости. Сейчас же убирайся. И подальше от меня держись. Ты сама держись подальше, Исмахан. Встанешь на моем пути еще хоть раз, я смогу тебя так опозорить, что ты и на люди не покажешься. Все поняла? Дорогу! Хасыки Хюрем Султан Хазретлери! Хюрем? Госпожа, что здесь происходит? Почему все собрались? Ничего не случилось, иншалла? Как посмотреть, Хюрем? Вот, наконец-то, девушки получают свое жалование. Афифа Хатун, это с каких же пор девушкам без моего ведома деньги раздают? Но, госпожа... Я велела, Хюрем. Это из моих личных средств. Не советую вмешиваться в то, что вас не касается, госпожа. А вы не забывайте, гаремом я управляю! Существуют наши традиции и законы. И я не позволю никому, будь они даже вашего сана, являться и так бесцеремонно разрушать порядок в гареме. Ты ни гроша не можешь выдать девушкам на содержание, а после этого говоришь мне о порядке? Ты действительно управляешь гаремом, Хюрем? Страшно сказать, до чего ты довела османскую династию. Я не должна отчитываться перед вами, госпожа. Афифа Хатун, пусть каждый сейчас же вернет то, что раздали. Деньги на содержание все обязательно получит, но чуть позднее. И при том, как принято по правилам, по моему приказу и лично от меня. Ну что вы застыли? Не слышали, что приказала госпожа? Немедленно возвращайте, что получили. Афифа Хатун. Простите меня, госпожа. Однако Хюрем Султан выходит права. Пока она не отдала приказ, деньги не положено раздавать. Вы прежде должны согласовать это с госпожой, а тогда уже... Я пыталась помочь, чтобы никто здесь не страдал от несправедливости. Однако, как видно, Хюрем против этого из-за чрезмерной гордости. Хорошо. Мирджанага, соберите деньги и отошлите в мой дворец. А вам остается молиться, чтобы Хюрем Султан смогла наконец с вами расплатиться.
Крымский хан Сахиб Гирей хан Алишан Хазретлери. Приветствую, Сахиб Гирей. Каково положение дел на родине моей покойной матери? Благодарю, повелитель. Ваше покровительство идет нам на благо. А предателя Петру Рариша удалось найти? Повелитель, мятежный воевода бежал в Трансильванию. Рариш исчез прежде, чем за ним пришли воины-мусульмане, и, к сожалению, мы не смогли его схватить. Глупец Рариш зря надеется, что это бегство поможет ему спастись от моего гнева. Силы татар сейчас прочесывают земли Трансильвании. Надеюсь, он уже скоро будет схвачен. Но, вероятно, пока он боится покинуть свое убежище. А что бояре, которые оказывали поддержку Раришу? Город Ясы был разрушен, а все, кто поддерживал воеводу, понесли наказание. Пусть пока радуется. Сейчас нам куда важнее на Средиземном море одолеть Карла Габсбурга и Папу. Ты отвечаешь за безопасность этих земель. А татары и беи на границе пусть не знают пощады к нашим врагам. Султан Хазретлери, я могу вас заверить, мы, татары, как и наши деды, всегда защищали устои ислама и издавна преданно и честно служили османскому государству. Хазер Хайреддин Паша. Заходи, Салих Рейс. У нас новости об Андрея Доре. Узнав, что мы приближаемся, он сбежал из провизы. Меня это настораживает, капитан. Андреа Дори слишком поспешно бежал, а это знак недобрый. Думаете, ловушка? Ну, вряд ли столько государств и княжеств объединились только ради этого. Надо тайно обследовать все окрестности. Флот крестоносцев наверняка неподалеку. Ждать в открытом море опасно. Не лучше ли войти в порт? Сначала разведайте, что делается на суше, а после и войдем. Мой адмирал, османский флот во главе с Барбароссой уже в походе. Сейчас он приблизился к провизе. Достопочтенный адмирал, вот возможность, которая сама плывет в руки. Давайте немедленно атакуем. Надо покончить с ними, пока османский флот не вошел в порт. Поспешность не всегда хороша. Как говорится, поспешишь — людей насмешишь. Османский флот ставит своей целью спасти порт Превизу. Капкан захлопнется, стоит им только в порт зайти. Пока ветер дует в нашу сторону, и будет глупостью этим не воспользоваться. Мы своими галеонами с легкостью раздавим галеры османов. Я не вижу необходимости снова повторять, адмирал. Когда враг будет зажат в заливе Превиза, вот тогда он от нас не уйдет. Адмирал, нам представился превосходный шанс, а мы его упускаем. Наши корабли большие. В заливе Превиза воды очень мелкие. Мы не сможем войти в них. Вместо того, чтобы оспаривать мои решения, вы должны выполнять мои приказы, адмирал, и только. Лишь тогда воины Господа Иисуса одержат историческую победу. Пошлите весть нашим кораблям, атакующим Превизу. Пусть разворачиваются. Брату Рариши Стефану была послана весть, повелитель. Он уже вскоре прибудет и склонится у ваших ног. Хорошо. Что скажешь, Сахиб Гирей? Стефан может, как его брат, стать предателем? Даже мысли не допускаю, ибо конец того, кто на это решится, всем известен. Однако, повелитель, от Хайреддина Паши пришли нерадостные вести. Флот крестоносцев в порт Превиза вошел. Паша Хазретлери, будьте спокойны. Хазер Хайреддин Паша уже давно достиг порта. Вскоре мы получим счастливые известия, иншалла. Аллах да поможет Хазер Хайреддину Паше, Литфи Паша. Ибо для нас значимы как его победа, так и поражение. Повелитель. Заходи, Малкочеглу. Повелитель, я был в разведке с отрядом Дели. В лесу. Мы повстречали местного священника. По его словам, кое-кто из наших воинов недостойно вел себя. Захватили имущество и даже на жизнь покушались. Вы поймали этих мародеров? Мы поспешили в селение, которое он указал. И убедились, что священник не солгал. Наш латник отнял у крестьянина теленка. У второго крестьянина конник силой отобрал мешок ячменя.
Я задержал и доставил обоих. Аллах нам поручил заботиться о крестьянах. Это говорилось в моем высочайшем приказе, который запрещает подвергать простой народ тирании и отбирать собственность против воли владельца. Глашатые по всему лагерю зачитывали этот указ. Отрубить головы негодяям. Это всем послужит уроком. Как прикажете. Конный воин Эркан обвиняются в покушении на собственность и жизнь местных крестьян. Шахзаде, с вами все в порядке? Все нормально, Паша, не волнуйся. Хорошо. Поэтому они приговариваются к смертной казни. Вы не должны казнь отводить глаз. Немедленно. Повелитель, из столицы прибыл гонец. Хюрем-Султан прислала письмо для вас. Шахзаде. Как вы? Оставь меня одного. Ваши годы, Шахзаде, я ужасно боялся вида крови. Однако со временем ко всему привыкаешь. Помоги мне, Рустем-паша. Я хочу быть достойным своего отца и повелителя. Вы уже достойны, Шахзаде. Вам не надо беспокоиться. Могу поклясться, что бы вы ни сделали, я всегда рядом буду. А теперь надо умыться. Султан Хазрат Лири, припадая губами к земле, на которую ступала ваша нога, заключающая в себе обитель благоденствия. Солнце моего мира, источник моего счастья, мой господин. И если вы спросите, а что моя раба любви, то знайте, она сходит с ума от боли, от тоски, горит заживо в огне разлуки. Ее сердце перестало биться. А глаза за потоками слез не отличают свет от тьмы. Она неизлечимо больна любовью к вам и лишь вопрошает. О, почему я в разлуке с моим господином? Бесконечны мои стенания, обращенные к вам. Тоска и разлука причиняют мне такую боль, какую не пожелаешь, чтобы Аллах послал даже неверным. Мое счастье, мой господин. Столько дней прошло, но нет от вас ни одной весточки. Лишь Аллах ведает, что я, не зная покоя, от рассвета и до заката, с ночи и до утра лью горькие слезы. Жизнь мне больше не мила, а мир вокруг не приносит радости. Не знаю, что мне делать, как мне жить. Молю Аллаха, Хазрат Лири, и надеюсь, что он услышит мою мольбу. Пусть позволит мне поскорее увидеть вас и пасть ниц в пыли у ваших ног.
Господин мой, умоляю вас, как только сможете, пришлите мне благословенную весть, ибо Аллах свидетель. Прошли недели, и пока гонец не прибыл, самые разные слова доносятся. Мир не может молчать. Не допускайте мысли, что я прошу вас ради себя. За Шахзаде Мехмед хана и Селим хана я возношу тысячи молитв и целую ваши благословенные очи. А по возвращении ваш раб Бейзет, ваш раб Джихангир и ваша рабыня Мехримах падут ниц подле ваших ног и припадут к руке своего господина. Они ждут вашего благословения. Госпожа? Ракель Хатун, наконец-то мы тебя дождались. Простите, госпожа. Как я раньше говорила, у меня много дел, ни минуты свободной. Ты, должно быть, уже знаешь, что золото, которое мы получили от тебя, похищено. Сюмбель Ага мне рассказал. Меня это огорчает. На другой день я отправила Сюмбюля в твой особняк. Но тут оказалось, что ты уехала в Геную. Деловая необходимость. Я очень часто отлучаюсь, госпожа. Кроме того, я предупреждала Сюмбелягу, что собираюсь уехать. Не правда ли? Ты мне говорила, что через неделю поедешь, Ракель Хатун. Мы дружим с одной семьей из Венеции. В тот день их корабль отправлялся в путь. И я воспользовалась. А что такое, госпожа? Злодеи, которые похитили золото, очевидно, получили сведения от кого-то из своих. Ты уверена во всех, кто работает в твоем доме? Возможно, кто-то из твоего окружения про эту сделку разболтал. Даже мысли о таком не допускаю, госпожа. Кроме того, я ваше имя втайне держала и никого не подозреваю. Может, кто-то в гареме проболтался? Этого не может быть. Кроме меня никто не знал об этом. Аллах, а вы уверены, что они с самого начала за вами не следили? Ведь такое возможно? Невозможно. Кто бы это ни был, теперь все равно не об этом речь. Ракель Хатун, я вынуждена к тебе обратиться. Мне сейчас никак без этих денег не обойтись, а кроме тебя никого нет. Приготовь деньги еще раз. Девушки не должны остаться без жалования. Я вхожу в ваше положение, дорогая госпожа. Но хоть убейте, теперь таких денег мне не собрать. Опять я за всех буду отвечать. Вы всегда остаетесь в стороне. Нет, неужели нам так не дадут жалования? Я, например, об этом открыто говорю. Что здесь происходит? Фахрия Калфа, я хочу поговорить с Хюрем Султан. Не слишком ли ты осмелела? Говори мне, если тебе не имется. Мы волнуемся, Фахрия Калфа. Нам давно пора получить жалование. Хватит молоть языком. Ты смеешь выражать недовольство и жаловаться на госпожу? А почему Хюрем Султан нам ничего не выдает? Шах Султан хотела нам заплатить, но она не позволила. Закрой рот! Если станете мутить воду, то все поплатитесь языками! Я тебя давно и хорошо знаю, Ракель Хатун. Мне не пристало брать в долг у кого попало. Госпожа, тогда я могу порекомендовать близкую подругу нашей семьи. Это весьма состоятельная венецианская купчиха. Она будет рада вам услужить. Если вы согласитесь на это, то я замолвлю за вас слово. Это на ее корабле ты так срочно отправилась в Геную? А, да, она самая. Ну, хорошо. Я немедленно пойду к ней и сообщу вам. Госпожа моя, разумеется, не мне давать вам советы. Только разве подобает брать в долг у венецианской купчихи? Ведь мы находимся с Венецией в состоянии войны. Не приведи Аллах, об этом узнает повелитель.
До возвращения повелителя я смогу все вернуть. Про долг знаем лишь мы с тобой. Ты смотри, никому не проговорись. Госпожа. Сюмбюляга, это необходимо. Нужно как можно быстрее выдать сумму на содержание. Шах-Султан только и думает, как бы меня унизить. И эту ситуацию ни за что не упустит. Все так. Но долг уже возрос во много раз. Как мы его закроем, чтобы повелитель не узнал? Надо продавать мои владения, Сюмбюль. Те, что дают хороший доход. Покупателей ждать не придется. Слушаюсь, госпожа. Я не понимаю, чего ты еще ждешь? Гюльфэм говорит, что весь гарем уже ходуном ходит. Похоже, скоро будет бунт. Ты ждала этого не один год. Потерпи немного. Но такого случая нам больше не представится. Девушек не надо останавливать. Попробуем обрушить на голову Хюрем их гнев. Она погибнет. И никто не сможет нас в этом обвинить. Ты что, думаешь, Хюрем этого не понимает? Она уже приняла все меры. Но ее ждет участь гораздо страшнее, чем смерть. Госпожа, Сахра-Хатун пришла. Хорошо, я сейчас подойду. Хатидже, кто такая Сахра-Хатун? Разбирающаяся в заговорах чтица Корана. Я позвала ее прочесть молитву. Все вокруг тебя прославляют. Только и говорят, какие чудеса ты творишь. Они преувеличивают, госпожа. Я слышала, будто ты возвращаешь потерянное. И даже помогаешь найти друг друга. Если Аллах позволяет, госпожа, что вы от меня хотите? Скажите, как я могу вам помочь? Могилу Ибрагима Паши. Ты можешь мне указать, Сахра-Хатун? Я должна знать, где он был похоронен. Я теряюсь. Прошло 2 года, а возможно и больше. Все мои дни превратились в темную ночь. Мне надо припасть к его могиле. Прочесть молитву. Помочь вам не в моей власти, госпожа. Только вы сможете могилу найти. Как? Уснув, отыщите, госпожа. Эту молитву прочтете, прежде чем закрывать глаза. А ваше сердце столь же светло, как и чистый лик. Ночью в лучах света к вам явится женщина. Не бойтесь ее. Она вас позовет за собой и приведет к дорогой могиле. Матушка. Почему бы не сообщить обо всем повелителю? Боюсь, нам самим с этим не справиться. Мы не можем беспокоить государя в походе такими вопросами. Да к тому же я уже нашла выход. Вскоре все проблемы останутся позади. Госпожа? А ну отойдите! Немедленно вернитесь в спальню! Фахрие, что происходит? Госпожа, мы уже давно хотим с вами поговорить, однако Фахрие Калфа не позволяет приблизиться к вам. И о чем же речь? В гареме ходят слухи, госпожа. Говорят, что девушкам, которые в вашем услужении находятся, полностью выплатили всю накопившуюся сумму. В чем же мы провинились, госпожа? Мы знать хотим. Госпожа? Вы здесь все равны, девушки. Берегитесь, если будете играть с огнем и принимать на веру сплетни. Сейчас же идите в спальню! Простите, но наше терпение на исходе. Фифа-Хатун, бунтарок следует сейчас же наказать фалакой, а после пусть в темнице отдохнут. Будут знать, как проявлять непокорность.
довольны. Думаю, уже хватит. А теперь в темницу их. Молодец, Нихаль Хатун, ты не подвела. Шах Султан весьма довольна твоей службой. Передайте ей благодарность. А еще будут приказания? Неужели все на этом закончено? Почему закончено? Все еще впереди. Надо и дальше раздувать это пламя, чтобы как следует разгорелось. Аллах да возблагодарит, Шах Султан. Португальские пираты воспользовались отсутствием флота и объявились в Средиземном море. Хадым Сулейман-паша с миссией в Индии, и регион без защиты остался. Пираты чувствуют себя вольготно. Они нападают на корабли и грабят побережье. Нужно признать, мы давно страдаем от этой напасти. Особенно Алань и ее окрестности. Санджак-Бие остаются в стороне, Шахзаде. Они предпочитают не вмешиваться. Нужно что-то предпринять. Вообще-то есть выход, Ташлы-Джалы. Верфи в Алании. Ты там давно не бывал? Их не использовали несколько лет. А в чем дело? Верфи нужно возродить, Ташлы-Джалы. Региону нужен мощный флот. Так мы помешаем деятельности пиратов и, к тому же, перекроем путь в Иран и Индию вражеским кораблям. Очень хорошая мысль, Шахзаде. Однако, я бы советовал ваши идеи поделиться с повелителем. Да? Шахзаде? С вашего позволения. Надо как можно скорее начать работу, Ташлы-Джалы. Отправляйся в Аланию, доложишь, что нужно для верфи. А я напишу повелителю о наших делах. Как прикажете, Шахзаде. Пока это все? Ты можешь идти. Подай мне воды. Наргиз-Шах, надеюсь, ты заботишься о ней. Вы напрасно беспокоитесь, госпожа. Спасибо Аллаху, она здорова. Хорошо. Айше, а где же твоя улыбка? У тебя что-то произошло? Нет, госпожа, простите, если я огорчила вас. С вашего позволения, я пойду к себе. Я должна Наргиз-Шах покормить. Фидан, почему Айше такая грустная? Шахзаде Мустафа не зовет ее больше. Она не бывает у него даже в ночи четверга. Как это можно объяснить? Может, мы чего-то не знаем? Не стоит волноваться, госпожа. Я за этим слежу по вашему приказу. Каждый раз посылаю к Шахзаде новую девушку. Так-то оно так. Однако, пока ты не нашла девушку, которая родила бы ему сына. Румейса, ты не захотела поехать с Габриэлой. Почему же ты предпочла остаться здесь, а не быть богатой и свободной? Я уже сказала, Шахзаде. Мне хорошо, здесь я обрела дом. Похоже, ты говоришь правду. Однако, если когда-нибудь пожелаешь, тотчас скажи, получишь свободу и уедешь к сестре. Это невозможно, Шахзаде. Меня только смерть с вами разлучит. С вашего позволения. А тебе что тут нужно?
Немет Хатун не здоровится, я пришла вместо нее. Она велела узнать, не требуется ли чего-либо шехзаде. О, Аллах, а больше некого было послать? Живо пошла. Узнай, готов ли ужин для госпожи. Я это и собиралась. Не дерзи мне, Румиса. Умерь-ка гордыню и не кичись своим родом. Здесь все равны. Мы все рабыни шехзаде Мустафы Хазрет Лири, запомни это. Успокойся, мое положение меня устраивает. А меня именно это и удивляет. Ты, конечно, еще слишком молода, но голова-то должна работать. Пошла. Бисмиллахи рахмани рахим. Начинаю с имени Аллаха. Он направляющий на верный путь того, кто сошел с него, возвращающий то, что было утеряно. Альхамдулиллахи рахмани рахим. Власти своей величием возвратить мне утерянное, ибо оно даровано мне тобою по твоей бесграничной милости. Бисмиллахи рахмани рахим. Исмахан? Мама? А хоть и Дженет? Она в своих покоях, мама. Вечером даже к ужину не спустилась. Я прошу, присматривай за ней. Боюсь, она затеяла что-то недоброе. Если бы вы обо мне так беспокоились, мама. О чем ты говоришь? Хюрем Султан помешала моей свадьбе с Малкачиглу. Неужели ей это простится? Хюрем здесь ни при чем, Исмахан. Повелитель был против этого брака. Что теперь с нами будет? А что с нами может быть? Все девушки, слуги, все ко мне приходят и жалуются, говорят, денег не дают. А я тоже ничего не получил. Ты должен не жаловаться, а помалкивать. Обирает ремесленников столько лет, а все причитает, что нищий. Да посмотри на свое пузо. Кто ты такой, чтобы меня стыдить? Хоть бы мусульманин был, тогда понятно. Этот Мирджан Ага перекрыл мне все выгодные потоки. И так едва капало, а теперь и того нет. Ой, да не поминай ты этого шайтана. И без того он проникает в мои сны каждую ночь. Аллах всемогущий, помоги нам. Кстати, про сон. Уже пора. Ладно, я пошел. Ох, бисмиллях. Надо отдохнуть. Завтра важный день. А что такое случилось? Приготовь свои карманы. Деньги нашлись, мы выплатим все. Да к тому же еще с лихвой. Стыдно, Симбюляга. Почему ты так долго молчал? Да, я расцелую тебя. Расцелую. Не смей! Не смей! Черт толстопузый! Рахман Ирахим, что тут происходит? Госпожа.
Госпожа. Фахрия. Что такое? Госпожа. Что здесь происходит, Афифа Хатун? Госпожа, одну из девушек, Серви Хатун, в постели нашли с перерезанным горлом. Эта девушка... Одна из тех троих, кого наказали Фалака и бросили в темницу, госпожа. Я приказываю немедленно найти, кто это совершил. Убийца не будет от меня пощады! Девушки, любая мелочь поможет найти злодея. Расскажите, кто что видел или слышал. Я нисколько не сомневаюсь, что убийца находится среди нас. Афифа Хатун! Слушаю, госпожа. Вместе с Симбюлем и Мирджаном сейчас же каждую допросить. Если не выяснится, кто это сделал, и убийца до утра не будет найден, все, кто здесь стоят, сегодня же будут изгнаны из дворца! Этой ночью никто не будет спать. Вы должны для начала обыскать здесь каждый уголок. Приступайте, чего ждете? Можешь спросить, что ты хочешь знать. Ибрагим. Где Ибрагим похоронен? Скажи.
Хатидже! Хатидже! Что с тобой? Дайте кто-нибудь воды! Хатидже, что с тобой? Не волнуйся. Просто мне кошмар приснился. Дурной сон. Ты меня так напугала. Госпожа. Госпожа? Нашли-таки убийцу. Вот тот кинжал был у нее под кроватью. Она хотела его выбросить, но не успела. Привели ее? Давайте. Госпожа, клянусь, я не убивала. Увидела тело, когда встала воды попить. Симбюляга подтвердит. Тише! Я проходил мимо и услышал крики. А что, если ты подняла крик, едва увидев меня? Госпожа, умоляю, поверьте мне. Меня напрасно обвиняют. Да, похоже, девушка. Очевидно, что тебя выбрали в качестве жертвы. Ведь так, Афифа Хатун? Как это верно, госпожа. Ну, убедились? Это просто очередная ловушка против меня. Госпожа, а с этой девушкой как быть? Придется казнить, ничего не поделаешь. Госпожа! Госпожа, клянусь! Клянусь вам, я не виновата! Пощадите меня ради всего святого! Успокойся, девочка. Ее в мои владения в Тепиджике сейчас же тайно отправьте. И учтите, никто не должен знать, где она. Надо сделать так, чтобы все считали, что она мертва. Но, госпожа... Афифе Хатун, ты посмеешь спорить со мной? Я не буду проливать кровь безвинной девушки. Делай то, что я тебе говорю. Стефан Лакуста. В наказание за предательство Молдавии был сожжен город Яссы. Если впредь вы не станете умнее, то в следующий раз Сучаву и другие города постигнет та же участь. Все золото и драгоценности, найденные в подземелье дворца в Сучаве, переходит в казну османов. Твой брат предатель. Он бежал в Трансильванию. Уверяю тебя, предателям пощады не будет. А тот, кто от чистого сердца готов верно служить нам, получит нашей высочайшей воле весьма достойную награду. Стефан, в знак моего доверия я тебе чаю воеводой Молдавии. Нет предела моей благодарности, господин. Молдавия в полном распоряжении повелителя. Стоит вам приказать, и тотчас все исполнится. Мои сановники подготовили текст соглашения. Как воевода, ты должен его утвердить, Лютфи-паша. В распоряжении воеводы для обеспечения безопасности в регионе передается 500 янычар. Молдавский воевода раз в два года должен являться в Стамбул и привозить дань в знак своей преданности. Сожженную воеводоизменником крепость Килия восстановить, а город Акерман надежно укрепить. Окраинные земли, которые в Молдавии принято называть Южной Бессарабией, вместе с крепостью Бендеры, присоединяются к владениям Османского государства. На территории окраинных земель молдавскому воеводе запрещено возводить укрепления. Донеси боярам, что как воевода утвердил настоящее соглашение, и что воле султана Сулеймана Молдавии даровано его высочайшее прощение. Паша, вы приказали докладывать вам о новостях. Для повелителя доставили два письма.
В одном Мустафа Паша отчитывается о состоянии дел в государстве. А второе? Шахзаде Мустафа Хазрат Лири прислал его с гонцом Паша. Однако содержание этого письма неизвестно. То повелителю, а это оставь. Шахзаде, госпожа. Ташлы-Джалы, ты подготовил отчет? По вашему приказу составлен детальный список работ, которые необходимо провести для возрождения верфи Алании, Шахзаде. О чем речь, Мустафа? В Алании есть заброшенные верфи, мама. Я приказал их восстановить. А для чего это понадобилось? Ты сообщил об этом повелителю? Я ему все объяснил в письме. Ташлы-Джалы, приобрести недостающие материалы и отправить их в Аланию. А что повелитель тебе ответил? Ты ведь уже получил от него письмо? Пока нет, матушка. Это очень важное решение, Мустафа. Тебе ведь известно, что Шахзаде запрещено строить и использовать флот. Не делай этого. Это необходимо, и государь меня поймет. Флот будет охранять и защищать безопасность в регионе. Он отойдет в управление местного Санджакбея. Шахзаде, позвольте удалиться. Иди, я скоро подойду. Мустафа, будь что будет, но подожди приказа повелителя. Хюрем и Паши не преминут использовать это. Ты же знаешь, они мечтают тебя уничтожить. Матушка, я должен жить в страхе перед ними? Мне нужно думать, что они сделают в ответ на любой мой шаг. Вы этого своему сыну желаете? По-вашему, мне это подходит? Мустафа! Вспомните о том, что во мне течет кровь султана Мехмеда, создателя рая на земле, завоевателя Стамбула. И потому, знаете, никто и никогда не увидит моей склоненной головы. Доброго дня. Я уже приняла меры. Сегодня вопрос с деньгами должен решиться. Каждый, кому мы задолжали, получит все до последнего гроша. Наконец-то. А то Сюмбюляга все эти дни не позволял мне даже выйти из покоев. Говорил, что может вспыхнуть бунт. Именно этого и хотели мои недруги, Михримах. Их целью было устроить в гареме бунт и опорочить меня в глазах государя. Матушка, а кто эти недруги? Хатидже Султан и Шах Султан, верно? Что ж, конечно, и они мечтают свести счеты со мной. Однако, главный мой враг еще не показал своего лица. О ком вы? Я этого врага знаю? Махидевран. У Махидевран Султан нет никакой силы. Не понимаю, почему ее нужно опасаться. Может, вы ошибаетесь? Моя девочка, солнце мое. Ты и твои братья для меня наиболее ценное сокровище. И Махидевран тоже имеет сокровище. Оно придает ей силу и решимость. Шахзаде Мустафа? Мустафа. Ты волен поступать, как хочешь, но я прошу тебя быть осмотрительным. Ты единственная надежда османской династии. Не волнуйтесь. Пока я дышу, Хюрем Султан не будет покоя.
Она чувствует опасность и не успокоится, пока тебя не погубит. Хюрем считает, что каждый твой вздох несет ее детям угрозу. Она не упустит ни одного твоего неверного шага. Будь осторожен. Как я сказал, вы можете не беспокоиться, матушка. Если Хюрем Султан продолжит нападать на меня, я молчать не стану. Она получит равнозначный ответ. Нет. Ты просто не давай этой гадюке повода. Остальное за мной. Что вы задумали? Что вы собираетесь делать? Мать Шихзаде должна находиться рядом с сыном и оберегать его от невзгод. Мустафа, сынок, ради твоей безопасности я готова гореть в адском огне. Враги снова пользуются отсутствием падишаха. Но они не так сильны, чтобы достичь цели и лишить жизни меня и всех твоих братьев. Матушка, невозможно представить, что в таких недостойных делах и Мустафа участвует. Он предан братьям и нас любит. Верно. Однако, когда вокруг него так много наших врагов, удержаться трудно. И будь уверена, обязательно наступит тот день, когда ненависть пересилит любовь. Госпожа, простите. Говори. Пришла венецианка, сеньора Порция. Она ждет, когда вы сможете принять ее. Скажи, мы скоро придем. Мехримах, я хотела предупредить тебя. Кто знает, что завтра с нами будет, но не нужно испытывать судьбу. Сейчас главное – осторожность. Здесь надо каждого остерегаться. Надеюсь, ты понимаешь? Матушка, я все замечаю. Я вижу, что происходит, и хочу оказать вам поддержку. Однако вы этого не позволяете, и я остаюсь в стороне. Это потому, что очень за тебя волнуюсь. Однако то, что с твоей стороны я вижу понимание, придает мне мужество. Ведь ты госпожа. Госпожа по своему рождению. Плоть от плоти, кровь от крови. Нашего повелителя. Ни Шах-Султан, ни Хадидже-Султан, никто не имеет силы выше твоей. Я хочу, чтобы ты видела то, чего я не вижу, слышала то, чего я не слышу, и всегда говорила о том, чего я не могу сказать. Твоим братьям никто не нанесет вред, если ты не будешь молчать. А вы помните, матушка, я уже давала вам слово. И сейчас лишь повторю, что братьев никогда не оставлю. Вы не должны сомневаться, я смогу уберечь их. Ты у меня смелая. Хорошо, идем во дворец. Девушки, наша госпожа всегда была против несправедливости. Терпение – залог благополучия. Те из вас, кто терпеливо ждал, получают то, что положено. Только не надо нарушать очередь. Не волнуйтесь, здесь денег на всех хватит. А Симбюляга где? Он сейчас занят. Скоро появится. Ну, и откуда вдруг взялись эти деньги? Тебе что-нибудь известно? Я ничего не знаю. Хюрем Султан постаралась. Разве есть сомнения в ее ловкости? Где убийца Серви Хатун Фахрия Калфа? Что с ней стало? А что может быть? Убийцу казнили. А к чему эти вопросы? Деньги бери и отходи. Госпожа, это сеньора Порция, купчиха из Венеции, о которой я говорила. Она не отказалась помочь, так как мы дружим уже очень много лет. Сеньора Порция, Ракель Хатун, о вас высокого мнения. Как поживаете? За ваше здоровье молюсь, госпожа.
Как и все женщины в мире, я давно мечтала с вами познакомиться. Вы даже красивее, чем говорят. Госпожа, прошу вас. Благодарю за то золото, что вы любезно предоставили. К сожалению, во время войны нередко такие трудности возникают. Я это прекрасно понимаю. Для меня весьма почетно оказать услугу госпоже. Госпожа. Я хочу вас заверить. Вы вскоре получите свои деньги и будете вознаграждены. Благодарю вас, госпожа. Поручительство я верну вам тотчас, как мне доставят деньги. Дали такую сумму, что я решила купить свежую. Я решила купить себе украшения, а еще хочу приправить. Фахрия Калфа, ты все знаешь? Говорят, госпожа, чтобы расплатиться, эти деньги взяла в долг у купцов. Это правда? А тебе-то что до того? А? Это что за расспросы? Просто мне любопытно. Нихаль Хатун. По-моему, это очень странно. Я не знаю пока, кто эти вопросы тебе подсказывает. Однако, я буду отныне наблюдать за тобой. Но я ничего не имела в виду, Калфа. Просто так спросила. Больше ко мне не лезь со своими расспросами. Не то, клянусь, доиграешься. Получила деньги, так и молчи. А любопытство до добра не доведет. Девушки, готовьтесь. Вы сейчас все идете в бане. Ну-ка быстрее. Что застыли? Поторапливайтесь. Фахрия Калфа. Афифа Хатун. Пришло письмо от повелителя. Нужно отнести его госпоже. Девушки, повелитель прислал госпоже письмо. Кто хочет принести Хюрем Султан эту радостную весть? Госпожа, слава Аллаху, и с этой бедой наконец-то справились. Только вот теперь долг изрядно возрос. Продажу моих владений надо скорее завершить, Сюмбюль. Но чтобы никто не знал, особенно Шах Султан. И позаботься о надежных мерах безопасности. До возвращения повелителя я не могу быть спокойной. Думаю, она может внести смуту в гарем, госпожа, но при этом вряд ли посмеет открыто угрожать вам. Шах Султан что-то задумала, знать бы что. Да. Госпожа, повелитель прислал вам письмо. Наконец-то. Аллах да отблагодарит вас, госпожа. Оставьте меня. Госпожа. О, моя возлюбленная, из-за твоих соболиных бровей, сверкающих очей, твоей красоты могла бы начаться война, моя госпожа и повелительница Хюрем. Аллах мне свидетель. Я молюсь, чтобы вместо запаха крови и пороха в землях неверных мне наконец довелось вдохнуть подобный розам чудный аромат твоих волос. Слава Всевышнему, ибо он услышал мои молитвы и словно молниеносного Илью пророка послал мне во спасение твое письмо. Ты интересуешься, как твой повелитель, разлученный с твоим прелестным, словно розовый бутон ликом? Обратись ты с вопросом к безумцу. Он бы пожелал себе болезни, лишь бы ты была рядом. Однако думаю, что такой ответ перед взором Всевышнего устыдил бы тебя. Слава Аллаху! Кроме разлуки, что причиняет столько боли, не могу я роптать на другие несчастья. Мир Мехмед-хан и Селим-хан в добром здравии и благополучии.
Они шлют тебе благодарность за твои молитвы. Меня же несказанно осчастливили вести от Баизета, Джахангира и Михримах. До тех пор, пока ты рядом с ними, я могу не беспокоиться. О, моя возлюбленная, обладательница прекраснейшего лика, шелковых локонов, грациозного, подобного кипарису стана, госпожа и властительница моя Хюрем. Поэтому Хебе неизлечимо болен страстью к тебе. Ты похитила мое сердце, и лишь уста твои могут даровать мне лекарство. Ямбол. Царь царей, коронующий властителей, тень Аллаха на земле, центр мира, благословенный падишах. Карл Габсбург, то есть Испания, а также Венеция, Генуя, Папская область, Флоренция и Мальта собрали и передали под управление Андреа Дорио такой огромный флот, какого я в жизни не видел, и о каком даже не читал в книгах, рассказывающих о прошлых временах. Превиза. Вражеский флот составлял 300 обычных военных судов и 140 больших кораблей, называемых галеонами. И помимо многих тысяч гребцов на галерах, их флот мобилизовал 50 тысяч воинов. У меня в арсенале было 140 галей и обычных галер, 20 тысяч матросов и артиллеристов. Таким образом, число людей с обеих сторон вместе с гребцами было порядка 120 тысяч. И за всю историю не было видано, чтобы сходились на море друг против друга столько воинов, повелитель. Для совета я собрал капитанов на бастард-галере. Наши самые блестящие храбрецы, даже такие сорвиголовы, как Тургут, считали, что нам не следует выходить из залива, пока флот крестоносцев не уйдет и не освободит проход. Я же с ними не согласился. По правде говоря, враг превосходил нас числом. Однако это превосходство обернулось для нас не катастрофой, а милостью Аллаха. Более всего меня беспокоил ветер. Если бы он не стих, вражеские галеоны, имея преимущество маневра, выиграли бы этот бой. Хасан! Хасан! Приказывайте, паша. Пишите на бумаге, какую сможете найти. Строки из благословенной книги «Аяты Корана». После же все листы бросайте на воду вдоль бортов, вознося молитвы. Но это не все. Пошлите всем судам вести. Пусть молятся Всевышнему, чтоб ветер поскорее утих. Вот теперь песенка Барбароссы спета. Ему не следовало выходить из этого залива. Мы сметем его своими плавучими крепостями. С позволения Господа нашего, Барбаросса со всем своим флотом сегодня наконец-то опустится на дно морское. О, Аллах! Ту милость, милосердие и благосклонность, что ты всегда оказывал мне, окажи нам и сегодня. Дай разгромить флот проклятых неверных. Капитан! Капитан! Ветер прекратился! Мои воины! Слава Аллаху, ветер стих! Всевышний услышал наши молитвы! Он не оставил нас своей милостью! Сильнее налегайте на весла! Во главе пушек вставайте! Идите в бой! Чтобы флот неверных крестоносцев пал под разрушающей мощью и гневом благородной армии ислама! Аллах велик! Аллах велик! С изменением погоды вражеские галеоны оказались открыты для обстрела. Это обеспечило нам преимущество маневра. Я смог контролировать всю свою эскадру, вплоть до последней галеры.
Андреа Дориа тут же потерял управление над всем своим флотом. Нашим несомненным преимуществом были и пушки, ибо превосходили по своей дальнобойности вражеские. Я расположил наш флот на таком расстоянии, что ядра врага падали в нескольких аршинах от наших кораблей, и капитаны неверных бушевали от гнева. Однако ничего не могли поделать. Наконец Дориа понял, что проиграл, и решил спасаться бегством. Было уже поздно. Мы разрушили линию обороны врага. Наши быстроходные и более маневренные суда легко сокращали дистанцию для удара. И также легко выходили из-под обстрела, со всех сторон нанося врагу удары. Я отдал приказ Тургу Триисану нанести завершающий удар. Он обогнал неверных и развернулся. Враг оказался зажат между двух огней, и Дориа был вынужден отступить. Сражение продолжалось с полудня и до ночи. Дориа приказал погасить огни на всех своих судах. Этот приказ принес его флоту лишь позор и признание неудачи. Впрочем, воспользовавшись темнотой, Дориа спас половину своих кораблей и бежал. С позволения Аллаха, мы одержали очередную великую победу, повелитель. Для меня честь отправить вам славную весть, что мир снова склонился перед вашей высочайшей волей. Ваш презренный раб Хызыр Хайреддин. Хасан Рейс, я рад и удовлетворен доброй вести, что ты принес. Проси у меня, что только пожелаешь. Самая большая награда — принести весть о победе, что одержал мой отец Хызыр Хайреддин Паша. Вместе с его храбрыми капитанами. Паши и бей. С позволения Аллаха, его волей и защитой, и вашими усилиями наша победоносная война теперь завершена на трех фронтах. Мы поднимем знамя Аллаха в краях, где встает солнце и где оно садится. Слава благословенной армии ислама! Мы вознесем до небывалой и недосягаемой высоты, иншалла. Аминь. Госпожа. Госпожа, ваши владения в Визе и в Силиври проданы, как вы приказать соизволили. Деньги уже получены. Хорошо. Тогда немедленно пошли кого-нибудь за сеньорой Порцией. Надо ей вернуть долг и забрать у нее расписку. Я уже послал, госпожа. Она едет. Госпожа, есть еще одна новость. Наш повелитель прибыл в Эдирне. Он торжественно въедет в столицу уже через 10 дней, иншалла. Хвала Аллаху. Сюмбюль, пусть все готовятся к встрече повелителя. Как прикажете, госпожа. Да? Проходи, Нигер. Госпожа? Оба владения Хюрем-Султан, как вы и просили, купил Мехмед Мухиддин из рода Карачелеби-Заде. Очень хорошо. Пусть подготовят все необходимые бумаги. Как прикажете, госпожа. Можешь идти, Нигер. А что ты собираешься делать? Я просто не позволю, чтобы эти владения в чужие руки попали. Повелитель уже в Эдирне, а ты с какими-то владениями возишься. Хатидже, потерпи немного. Еще чуть-чуть, и цель будет достигнута. Хюрем будет наказана. Но по воле повелителя, а не нас. Пустая надежда, Шахубан. Повелитель правит самой великой империей. А справиться с ней с Хюрем не может. Ей всегда удается выкрутиться. Ты же еще и виноватой окажешься. Я продумала все.
Так что не волнуйся. Сеньора Порце, добро пожаловать. Прошу вас. Это ваши деньги. Вы их можете забрать. А данную мною расписку, пожалуйста, вручите Симбюляге. Извините, но тут какая-то ошибка. Какая, сеньора? У меня расписки нет. Я вам ее отправила. Как отправили? Когда? Мы ее не получили. Госпожа, ну как же? Где-то через неделю после нашей встречи ко мне пришли Ага и Калфа. Они сказали, что их прислали вы. Я прислала, вы говорите? Да, я сама удивилась. Уж очень быстро, я не ожидала. Они все отдали мне. Весь ваш долг. Я получила деньги и, естественно, отдала им расписку. Дорогу! Хасики Хюрем Султан Хазрет Лири! Хюрем? Госпожа, у вас, я знаю, находится то, что принадлежит мне. Надеюсь, вы взяли это, чтобы мне отдать. Не понимаю, о чем ты. Госпожа, бросьте вы эти игры. Мне же понятно, что вы мой долг выплатили. Ты, Хюрем, жена великого падишаха, владеющего всем миром. И деньги у какой-то венецианки занимаешь. И еще потом приходишь и без зазрения совести у меня что-то требуешь. Госпожа, это мой долг. И я готова его вернуть. Деньги у меня есть. А эта женщина просто негациантка. Никакой политики нет. Неужели? Надо лучше наводить справки, Хюрем. Ты взяла в долг у женщины из рода венецианского дожа Андреа Агрити. Тебе ведь хорошо известно, кто они? Это наши враги. Госпожа, я привезла деньги. Отдайте расписку ради Аллаха. Сожалею, Хюрем. Ты опоздала. Повелитель уже в Эдирне, скоро будет в столице. И я все ему расскажу, как только он приедет. Он должен знать, как ты порочишь честь нашей великой почитаемой династии. Дворец в Эдирне. Да, повелитель. Его зовут Аглан Шейх Машуки. Его батюшка Пир Али очень почтенный человек, как вы знаете. Но мы ведь детей не выбираем, к сожалению. То, что он говорит, это просто ужасно, государь. И что же он говорит такое? Язык повторить это не поворачивается. Да простит Аллах меня. Неуважительно отзывается об Аллахе. Всех столпов исламской веры он отвергает. Ходит по базарам, школам, мечетям с проповедями своими. Мутит безбожник народ. Как же ты допускаешь это? Ничего не предпринимаешь? Да я уж несколько раз его предупреждал, повелитель. Но, видите ли, он еще молод, очень молод. Вот, так сказать, юная кровь и бурлит. К тому же, мне бы не хотелось как-то бросать тень на его отца. Что ты предлагаешь? Я полагаю, что лучше всего будет просто выслать его из столицы, повелитель. Без шума, тихо, не привлекая внимания. Это не нужно. Ты что скажешь, Литфи Паша? Повелитель, казаскер эфенди, я считаю, прав. Всегда ведь найдутся глупцы, готовые следовать за такими безумцами.
Из этого незначительного факта может разгореться большой пожар. Правильно, я согласен. Ему надо сделать предупреждение и еще раз, а не одумается, отправить на родину. Вернемся в столицу, и я займусь этим делом. Я глубоко уважаю его отца, Али Эфенди. Да. Повелитель, Хызыр Хариддин Паша пришел. Проси. Повелитель. Хариддин Паша. Весть о твоей победе разлетелась во все концы света. С таким командующим, как султан Сулейман Хан, мы выиграем все сражения, иншалла. Иншалла. Если бы вы не назначили командующим флотом адмирала Дория, этого бы ни за что не случилось. Он не пошел в атаку, когда дул ветер. А как только этот ветер утих, Барбаросса уничтожил все наши корабли. Если венецианцы не будут доверять никому, кроме себя, то результат всегда будет таким. Вы не выполняли мои приказы. Вы действовали по своему усмотрению. И поэтому вы погасили адмиральские фонари и позорно бежали. Я без вас разгромил Барбароссу у Тунисской галеты и алжирского порта Шаршал. Вы собираетесь утешаться прошлым? Французский король, предавший дело христианства ради 30 серебряников, должен быть доволен. Средиземное море было нашим, но благодаря ему мы отдали его туркам. История никогда не простит тех, кто посмел предать дело Христа. Мы всегда, с самого основания нашего великого государства, были сильны на суше. Но на море, несмотря на все усилия наших славных предков, нам не удавалось одержать победу. Наш морской лев Хызыр Хариддин Паша подарил мне эту радость. Да благословит тебя Создатель и дарует тебе долгую жизнь. Ты получишь все, что нужно для нашего флота. Деньги, воинов, все, все, что скажешь. Если мы будем непобедимы на море, мы сможем освободить мусульман, находящихся под властью испанских и португальских неверных. Как новые девушки? Их уже обучили всему? Да, госпожа, конечно. Они подготовлены, как положено. Надо развлечь шахзаде Фидан. Он что-то не в духе. Как прикажете, госпожа. Только ты девушек, Фидан, самых красивых и искусных отбери. И до того, как к шахзаде поведешь, покажи их мне. Как вы пожелаете. Хариддин Паша вновь прославился. Уничтожил вражеский флот, причем мощнее нашего. Андреа Дориа фонари свои потушил и удрал. Еще бы, все правители, которым он служит, и даже Карл, бегут от гнева нашего повелителя Ташлы Джалы. И он сбежал. Глупец. Он похвалялся, что завоюет столицу. Это будет ему уроком. Когда наши воины вернутся из похода, нужно устроить в их честь торжества. Пиры, развлечения. Они все заслужили и награды, и хороший отдых. Как прикажете. Если это все, можете идти. Получено сообщение из Алании. Все отправленные для верфи материалы туда уже доставлены. Скоро эта верфь начнет работать. Я рад. Шахзаде.
Все считают, что наш повелитель уже знает о восстановлении верфи в Алании. Да, мы его известили. Я знаю. Но повелитель до сих пор не ответил на письмо. Это недобрый знак. Не волнуйся. Если бы он был против, я уверен, мне бы сразу об этом сообщили. Слушай, я волнуюсь. Мы успеем все сделать? Не беспокойся, Фидан Хатун. Девушками занимаются. Покоишь их за Дэ сейчас уже готовят. Хорошо. У нас все должно пройти без всяких заменок. Иди на кухню, проверь, не мало ли еды. А я за девушками. Девушки, вы еще не закончили? Что вы тут делали? Чудесно. Вы им объяснили, как надо вести себя? Надеюсь, мы не опозоримся. Нет, Фидан Хатун. Румейса, ты зачем явилась сюда? Да еще нарядилась. Махидевран Султан мне велела тоже участвовать в развлечении. Почему я не знаю об этом? Не знаю. Мне так было сказано. Ну ладно. Девушки, честь предстать перед самим Шахзаде не каждой выпадает. Цените это. Умейте слушать с умом. Ну а главное, всегда будьте учтивы. Тоже с госпожой иди. Айше Хатун. Слушаю, госпожа. Где ты витаешь? Я говорю с тобой, ты что, не слышишь? Простите, госпожа, я задумалась. Фидан. Госпожа. Ну что, как там? Шахзада всем доволен, иншалла. Не беспокойтесь, госпожа. Все девушки так хорошо танцуют. Шахзаде очень доволен. Прекрасно. А Румейса где? Я ее что-то не вижу. Она в покоях Шахзаде. Тоже танцует там с девушками. Ты послала ее? Нет, госпожа. Она сказала, вы велели пойти к Шахзаде. Смотри, надо же. Шутница какая. Я сейчас же ее оттуда уведу, госпожа. За уши вытащу. Нет, успокойся, не надо. Пошла и пускай расхочет. Она ведь тоже, как и все девушки, здесь для того, чтобы Шахзаде делать счастливым.
А ну-ка, иди сюда. Что-то случилось, Фидан Хатун? Да, случилось. Госпожа не знала, что ты пошла к Шахзаде. Простите, Фидан Хатун. Еще на губах молоко не обсохло, а вытворяешь такое. Ты что это? Не в Шахзаде ли влюбилась? Ты поэтому из сеньора не уехала? Осталась ради Шахзаде. Что ты вообразила? На что ты надеешься? Да кто ты такая, что мнишь, будто достойна стать возлюбленной Шахзаде? Ты Аллаха благодари, что госпоже нашей служишь. Я не только буду его возлюбленной, я стану еще и матерью наследников. Фидан Хатун. Шахзаде Хазрет Лири велел для него девушку подготовить. Какую девушку? Говори. Зелиху Хатун. Так-то вот, ты слышала. Для матери Шахзаде танцевать уметь мало. Место свое знай. Ступай в хамам сейчас же, хорошенько вымойся. Надень, что положено, и за работу, ясно? И больше никогда врать не смей мне. А ты что стоишь, смотришь? Готовь Зелиху Хатун для Шахзаде. Это очень важный документ, и его необходимо забрать. Тогда Шах-Султан ничего не докажет. Да, госпожа, но как же это сделать? Шах-Султан его бережет, как зеницу ока. Да и во дворец даже войти невозможно. Ты с кем, интересно, Сюмбюляга? Госпожа, с вами, конечно. Но положение ясно, как день. Я скажу так, выход один. Надо уже думать, как быть дальше, когда наш повелитель узнает все. Фахрия Хатун, ты что скажешь? Что-нибудь можно сделать? Сюмбюляга прав, госпожа. Во дворец мы не попадем. Но можно попытаться Шах-Султан оттуда выманить как-то. И что? Документ или жизнь? Что она предпочтет? Как вы считаете, госпожа? Ты с ума сошла? Да ты что? Вы же знаете, кто она. Как это можно? И не думайте даже. Тогда нам конец, это уж точно. Пара дней у нас есть. Надо все обдумать. Не стоило ей ничего говорить. Хюрем пойдет на все, что угодно. Только ничего у нее не выйдет. Вы что, забыли, что она с Хатидже Султан сделала? Нет, потому и хочу уничтожить ее. Не беспокойся. Я уже все обдумала. Рано утром я уезжаю. Поеду в Эдирне и расскажу все повелителю, как и что было. Да, это разумно. Гюльфем, а может и ты поедешь? Нет, правда, поехали. А можно? А что повелитель скажет? А что такое? Ты же со мной будешь? Воздухом лесным там подышишь? М? Благодарю вас, госпожа, но Хатидже Султан нельзя одну оставлять. Кто знает, что Хюрем вытворит? Не волнуйся. Я приняла все нужные меры для ее безопасности. Я хочу, чтобы ее не касалось это все. Она и так настрадалась. Она очень странная стала. К ней чтица Корана все ходит. Они с ней запрутся и до ночи молитвы читают. Хюсреф Паша вернулся. Никак, говорят, приносит благостность. Скорее бы уж свадьба. Ну да. Только она так разговаривает. Ощущение, что она безумна. Я боюсь, как бы она чего не сделала с собой. Thank you.
Фахрия Хатун, у тебя какое-то дело? Госпожа, я Гюльфем Хатун видела. Она разговаривала с Афифе Хатун. Она сказала, что утром они с Шах Султан уезжают. Как это? Куда уезжают? В Эдирне, госпожа. Она будет Шах Султан сопровождать. А, гадина. Ясно, она не упустит такого случая. Напоет там повелителю Аллах знает что. Вот он шанс для нас, госпожа. Раз она едет в Эдирне, то она возьмет обязательно документ. Ну, как видно, другого выхода у нас нет. Надо торопиться. Немедленно беги к Сюмбюляге. Скажи, он должен послать самых надежных людей. Шах Султан не должна доехать до Эдирны. Как прикажете, госпожа. Госпожа, простите, но я думаю так же, как и Хатидже Султан. Повелитель всегда не верил, когда ему говорили о злодействах Хюрем. Он не поверит и сейчас. В этот раз поверит. Я приложу для этого все усилия, Гюльфем. Я не допущу, чтобы она победила. Это мой долг. Вот ее смертный приговор. И я лично его вручу повелителю. Позвольте беспокоиться, госпожа. Эти люди мастера своего дела. Они все уладят. Иншалла, Сюмбюляга. Об ином исходе я даже не могу подумать. А я вот со страхом думаю, что нас ожидает. Шах Султан не смолчит, так этого не оставит. Расскажет повелителю о том, что произошло с ней. Да нет, не бойся. Она не расскажет. Она у нас не только умная, но и гордая. Да вы хоть знаете, кто мы? Если дотронетесь до нас, голов лишитесь. Нет, стойте! О, Всевышний, смилуйся, помоги! Говори, где? Как я скажу, я не знаю, что. Документ где? Так значит, это Хюрем. Госпожа! Эй! Эй, помогите! Помогите! Говори, а то не пощажу, перережу горло! Нет, не посмеешь. Не думаю, что у тебя такой приказ. Не трогай ее! Не трогай! Где документ? Аллах, не убивайте меня! Не смей, отпусти! Отпусти ее! Я отдам бумагу. Госпожа, случилось что-то?
Надеюсь, не Шах-Султан. От нее есть вести? Еще нет. Рано, они вряд ли уже доехали. Вы так срочно вызвали меня. Моя помощь нужна? Госпожа, вы меня слышите? Что с вами? Нигер Хатун. Где Ибрагим похоронен? Не надо. Не отрицай, это бессмысленно. Ты ведь знаешь, где его могила, Нигер. Я уверена. Ты меня отведешь туда. Госпожа, я не знаю, где она. Не лги, мне довольно уже. Скажи правду хотя бы сейчас. Я же тебя видела. Вы видели меня? Да, во сне. Ты возле могилы плакала горько. Ну что вы, госпожа? Я ведь вообще никто. И мне не говорят, где она. Да и потом, может, у него вовсе нет могилы. Что же их до сих пор нет, а? Почему все затянулось так? Явно стряслось что-то. Неужели им не удалось? Госпожа, не волнуйтесь. Еще подождем. Иди узнай, что там. Если они скажут снова, что им помешало что-то, я придушу их своими руками. Госпожа, хвала Аллаху, привезли. Я тебя понимаю. Ну что ж, ты так до конца своих дней будешь один. Человеку обязательно нужна семья, нужны дети. Но все воля Аллаха. Может, и у меня будут, если суждено. Иншаллах. Войдите. Повелитель, Шах-Султан Хазрет-Лири пожаловала. Что стряслось? Зови. Повелитель. Шах-Хубан. Гульфан. Что случилось? Это ужасно, повелитель. Когда мы ехали сюда, на нас вдруг какие-то люди напали. Мы едва не погибли, Сулейман. Кто посмел вас тронуть? Немедленно найди этих мерзавцев и сразу же доставь их ко мне всех. Как прикажете, государь. Госпожа, а где это случилось? Вы запомнили? Да, мы как раз Хафсу только проехали. Повелитель. А, собственно, что вас вообще заставило? Зачем вы сюда приехали? Чтобы передать один очень важный документ, повелитель. Я сама решила это сделать, пока он никуда не делся. А у меня хотели отобрать его. Но я предвидела это и приняла все нужные меры. Подожди, я не пойму, Шах-Хубан. Какой документ? Кто его хотел забрать? Хюрем, повелитель. Это она нападение устроила. Это причина его.
Тимбюль.